Привет, друзья! Скоро уже февраль 2018 года. Мы запустим наш большой сайт, который называется «Второй паспорт». Это проект, где будут собраны различные программы по иммиграции. И сейчас мы набираем сотрудников для этого проекта. Я сейчас вот в этом видео сделаю описание одной из вакансий, потому что есть уже претенденты, которые хотят понять, что нужно делать и чем надо заниматься. Сегодня у нас была учеба, мы разбирали Канаду. Глеб, начальник отдела продаж, нам делал презентацию. Я тоже присутствовал на презентации и слушал. И на самом деле он даже, наверное, знает больше, чем я, потому что он очень детально изучает все программы иммиграции по каждой стране. Я сидел, слушал, сотрудники, которые занимаются продажами, тоже слушали. Мы записали такое техническое видео, оно не будет выложено в прямом эфире, но будет распространено нашим франчайзерам, а также нашим агентам, представителям, которые оказывают поиск клиентов для нас. Вы можете это видео посмотреть и понять, что происходит по Канаде, какие есть программы, как работать, какие цены и так далее. Такие видео будут записаны по каждой стране, и вы сможете эти видео использовать как инструмент для работы. Но я сейчас уже больше переключаюсь, наверное, на наших агентов и франчайзеров, а все-таки это видео не об этом, а видео о вакансии редактор в социальных сетях. Я специально сделал это вступление, чтобы поняли те, кто претендует на эту вакансию, что это за сайт и что это за проект. Потому что объявление у нас идет в Телеграме, там просто указано второй паспорт в уголке на баннере. И люди иногда просто не знают, не в теме, видео мы не смотрели. Короче говоря, теперь знаете. Итак, что это за вакансия? В конце зарплате скажу, все будет детально, и о зарплате, и о росте, и о перспективах. Так что дождитесь, досмотрите до конца. Значит, тут три составляющие. Редактор по социальным сетям. Значит, первое, что он должен делать? Он должен заниматься распространением нашей рекламы в социальных сетях. Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Больше всего, конечно, интересует Facebook и ВКонтакте. В Инстаграме сложнее просто это все делать, но если человек соображает и человек понимает, он знает, как, в какой социальной сети, какие правильные инструменты работают, какие инструменты не работают. То есть первый блок его задач – это реклама. Причем нужно стараться минимизировать расходы по рекламе. Понятно, что мы будем делать какие-то закупки платные, но очень хорошо работают и посты на стенах. Мы это экспериментировали. Я рассказывал о моем товарище из Майами, у которого бизнес по прокату машин. Весь его рекламный бюджет – это зарплата девочки, которая сидит где-то вне Америки, платит там ей $200 в месяц, которая просто по группам майамским ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке делает посты, сфотографировал там красиво свою желтенькую машинку и показывает, дает информацию о том, какие машины у него есть в прокате. И вот эта желтая машинка везде по всем стенкам в социальных сетях гуляет. И весь бизнес, у него там 20 машин, было 20, сейчас уже больше, по сути, кормит эта девушка, которая делает вот эти посты. Поэтому посты работают. Для этого, внимание, и вам нужно иметь аккаунты, потому что аккаунты ваши могут блокировать, приостанавливать в разных социальных сетях. То есть пока вы мне не покажете, что у вас есть там 10 аккаунтов ВКонтакте, 10 аккаунтов в Фейсбуке и там 10 аккаунтов в Одноклассниках, можно даже мне не писать и не говорить «хочу на эту работу». То есть обязательно делайте аккаунты подтвержденные. То есть на маму, на папу, на дедушку, на бабушку, на друзей. То есть потому что там, например, Facebook, он требует фотографию паспорта и так далее. Иначе, если у вас один ваш аккаунт, его там завтра закроют, и вы не сможете просто работать. С админами не надо ругаться никогда. Если, например, администратор говорит, не надо размещать у меня на стене ваш там спам или там рекламу неоплаченную,
значит, с ними надо вступать в переговоры и спрашивать, сколько стоит у них реклама, потом писать эту табличку, что вот, вот эти админы не против, вот, например, у нас самих есть группа, и мы не против, когда там на стене, если это не наши конкуренты, публикуют информацию, мы никогда не удаляем, даже если чистая реклама, пожалуйста. То есть есть и такие админы, которые лояльны и, пожалуйста, публикуйте, что хотите. Есть админы, которые хотят деньги за это, значит, вступаете с ними в переговоры, извините, не знал, ни в коем случае не надо спорить. Если один раз вам сказали уходите и не публикуете, значит, и не получается с ними договориться по деньгам, потому что бывает, что они устанавливают цену, которая неприемлемая. Тогда просто эту группу пишите себе в черный список и там больше не публикуете, потому что нам никакие конфликты, проблемы не нужны. Все должно быть мирно и обоюдно. Если это реклама, например, он говорит, я хочу рекламу, дай мне там $20 и публикуй хоть сколько, значит, если нас устраивает, мы разбираем рекламный бюджет, заплатили ему $20, пометили красненькой в табличке красным цветом, что этот админ нас будет публиковать, и мы будем знать, что стена этого админа будет открыта для нас. Это первый блок работы для редакторов в социальных сетях. Редактор, CMM-менеджер, как угодно называйте, я вот рассказываю, потому что, может быть, скажут, вот это не совсем редактор. Но я так назвал эту должность, не знаю. Менеджер по социальным сетям, наверное, было бы правильно назвать. В баннере у меня написано редактор. То есть вот то, что я сейчас говорю в видео, то и нужно делать. Второе, что он делает. Второе, это он выискивает потенциальных иммигрантов. Например, сообщество очень мне приятное, очень хорошее сообщество, которое называется «Пора валить». Там, по-моему, 45 тысяч человек только в Фейсбуке, ВКонтакте у них есть, в Одноклассниках, в Инстаграме они сейчас развиваются, Телеграм. Мы тоже их поддерживали и там делали перепосты их Телеграма. Значит, там люди пишут часто, я это каждый день вижу и каждый день читаю, что хочу уехать там из России, подскажите, в какую страну можно. Вот такие нам люди нужны, и им нужно писать в личку, не надо там писать, опять же, потому что не только «Пора валить» сообщество для иммигрантов, есть и другие иммиграционные сообщества, их очень много. И не только иммиграционные сообщества. Нужно искать вообще, где вот люди могут писать такую информацию. Может быть, это сообщество для айтишников, которые хотят уехать за границу. То есть нужно это искать, нужно знать, понимать. Нужно иметь мозги обязательно. И вы должны находить эти сообщества. Я многие сообщества просто не знаю. Я вам привожу пример на «Пора валить», как одно из самых известных. Значит, написал там человек, что хочет уехать за границу, хочет эмигрировать с семьей. Значит, написали вы ему в личку, привет, там я представитель компании «Второй паспорт», мы занимаемся всеми программами миграции, давай как бы мы тебе там дадим менеджера, он тебе все подробно расскажет. Окей, окей. Все, значит, вот мы клиента зацепили, возможно, мы ему продадим услугу, и он будет уже клиент, который заплатит. Это второй блок, то есть выискивать потенциальных иммигрантов. Вот это делает менеджер по социальным сетям. И третий блок, на самом деле, самый простой и самый легкий, это вести нужно наши группы. У нас сейчас уже создано несколько групп в Фейсбуке, несколько групп есть в Одноклассниках и ВКонтакте. Мы их там немножко, может быть, попереименуем, потому что по странам я хочу сделать, чтобы каждая группа к какой-то стране относилась. Там нужно какие-то делать посты, какие-то иммиграционные программы, которые у нас будут на сайте появляться. То есть вам не надо писать их и там придумывать какие-то тексты. Просто у нас на сайте будет отдельный редактор. Вы с сайта нашего берете информацию и публикуете. Баннер какой-то наш появился новый, значит, вы его опубликовали. Какая-то новая вакансия появилась там в Германии, в Великобритании, в Америке, в Канаде. Значит, вы ее публикуете на стенку. Ну и вы должны следить, чтобы там не было никаких индусов, которые там пишут вот такие столбцы. Вот у нас Facebook просто атаковали какие-то на хинди языке, не знаю, религиозные заклинания и так далее. Это, конечно, нужно удалять, чтобы, потому что у нас стены открытые, то есть следить за, чтобы хаоса там не было и группы
были в порядке, чтобы люди новые вступали, там где-то, может, там перепосты какие-то делать в других группах, чтобы люди туда, в эти группы наши заходили. Значит, зарплата у нас будет $1000 в месяц. Можете жить, самое важное, да, кто дослушал 10 минут. Зарплата $1000 в месяц, платим понедельно, неважно, в какой стране вы живете, Яндекс.Кошелек, Сбербанк, Приватбанк, WebMoney, как хотите. То есть на традиционный банк в вашей стране мы можем вам эти деньги переводить. Значит, первый месяц зарплата будет меньше. Мы обговорим с вами персонально уже, потому что я хочу на вас посмотреть. Она месяц будет оплачиваемый, но обязательно вы должны какой-то тест пройти, наверное, там несколько дней, то есть, может быть, там 2-3 дня. То есть я посмотрю, что вы умеете, как вы разбираетесь в группах, как вы разбираетесь в постах, насколько грамотно вы пишете. У нас были, когда-то мы просто по постинг брали студентов на постинг, ну, с ошибками писали такими школьники, что просто ужас. То есть у вас должен быть правильный русский язык. Это очень важно. Вы должны правильно ориентироваться в интернете. У вас должны быть аккаунты обязательно созданы, готовые. Если у вас аккаунты не созданы, ну, значит, тогда пока вы не создали, не надо мне писать и предлагать, что вы хотите на эту работу. То есть подготовьтесь, чтобы вы вот раз тест прошли, там 2-3 дня я посмотрел, действительно проверил, все там запущено, везде написано, вы сдали отчет. Отчетность будет каждый день делаться. Сразу вам говорю, по всем трем направлениям. Давайте подытожим еще раз направления. Помните, да? Первое – это постинг. Второе – постинг и контроль за рекламой в социальных сетях. Второе – это вы должны искать потенциальных иммигрантов. То есть вы пишете, там, сегодня запостил там рекламу там, не знаю, в 100 группах. Надо посчитать, посмотреть, сколько у вас будет получаться. У вас 8-часовой рабочий день должен быть. То есть с утра встали, на дому вы работаете. Если я увижу, что вы не делаете это, то, что запланировано, значит, мы останавливаем и расстаемся в этот же день. И тему закрываем, мы вам отрубаем доступы, и больше вы не работаете. У нас будет контракт с вами обязательно подписан. Вот, и этот контракт мы должны соблюдать, и мы, и вы, конечно же. Поэтому нужно то, что, о чем договорились, соблюдать. Так вот, я немножко перескочил. Значит, второе, мы подытоживаем. Значит, второе – это искать потенциальных иммигрантов, и третье – вести наши группы. Значит, это вы должны делать. Спасибо за внимание. Будут еще какие-то вопросы, может быть, что-то я не раскрыл, непонятно. Мне кажется, что понятно, людям непонятно. Напишите мне в WhatsApp +1 646 477 0520. Напишите. Я люблю критику, если вот она конструктивная и по делу. Значит, пишите. Мне непонятно вот это, вот это, вот это. Ну, в принципе, все. Давайте. Жду ваших сообщений. Пока.